Всем привет! Сегодня наш обзор посвящен новому представителю фабрики печати МФУ 3 в 1 Epson L3050 с ультрастроенным дизайном и чистой кармой. Производитель изменил дизайн доноров СНПЧ, и теперь они полностью являются частью корпуса принтера. По сравнению с предыдущими моделями, минус 4 см. А вот объем остался прежним – 70 мл на каждый цвет. По данным производителя, одной заправки хватит на 7500 цветных страниц и 4500 монохромных. Панель управления такая же на вид и ощупь, как у его предшественника. Кнопочная, подвижная. Ну а знаете, что радует? Похоже, Epson отказался от выпуска моделей без поддержки Wi-Fi. Это самая младшая, самая дешевая модель линейки, и она может печатать без USB кабеля. Может даже напрямую с телефона печатать. Если у вас возник вопрос по настройке Wi-Fi соединения на модели, где только кнопки, то на нашем канале уже есть видеоинструкция, как это сделать на примере его ближайшего родственника L4150. В плане скорости печати, то здесь все как у всех подобных моделей. 10 монохромных или 5 цветных страниц в минуту. Фото 10x15 в стандартном режиме выдаст за 69 секунд. Разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм. Размер капли 3 пикалитра. Есть печать без полей. Загрузочный лоток расположен сверху, вмещает 100 листов обычной плотности. Максимальная плотность 256 граммов на квадратный метр. Разрешение сканера составляет 1200 на 2400 dpi. Больше здесь ничего и нет. Ни слота для карт памяти, ни пикт-бриджа. Но хоть Wi-Fi появился. Официальная гарантия составляет 12 месяцев или 30 тысяч отпечатков. Эта модель подойдет как для дома, так и для небольшого офиса. На этом мой обзор окончен. Заходите на оригиналом.нет. Мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам.